гражданского удостоверения, которое мне выдали на Кавказе. Вместе с этой пенсией жалко 3000 рублей. Военный билет, который служил там, зачем, для кого. Российский десантник Павел Филатьев порвал свои документы сразу по прилету в Париж. В знак протеста против криминальной политики Путина и войны, которую он развязал в Украине, убив десятки тысяч военных. Паспорт российский. Во Франции Филатьев просит политубежища. Бежать из России ему помогла правозащитная организация «ГУЛАГу нет». В середине февраля этого года 56-й десантно-штурмовой полк, в котором служил контрактник Филатьев, дислоцировался на полигоне в Старом Крыму, автономной республике Крым. Военных отправили якобы на учения. Дальше как бы мы пересекаем границу и едем по дорогам различным. В процессе как бы узнается то, что так по уровню слухов, что нашему полку приказ дан овладеть мостом в Херсоне, на Херсон. Это вот этот Антоновский мост теперь известный, который сейчас в данный момент обстреливают. Мы вот пока ехали через эти поселки, я не видел ни одного человека, который вышел бы и махал нам приветливо рукой. Я видел многих людей, которые кучковались, мужчины там на каких-то там, возле ангаров, видать, которые там технику собирались заводить, еще что-то, какие-то работяги обычные, которые просто вот кучкуясь, очень злобно и недовольно смотрели на нас. Во время штурма Херсона Павел Филатьев был ранен. Его эвакуировали в госпиталь. Но, залечив раны, Филатьев на фронт не вернулся. У меня в госпитале не было телефона. Когда я в конце апреля вернулся в воинскую часть, где оставил свой телефон, я начал звонить знакомым, просто отметиться. Я начинаю что-то рассказывать, объяснять про войну. А мне все говорят, что нельзя так говорить, что нельзя говорить «война», надо аккуратнее. Для меня уже это дико было. Вроде я приехал с войны, а нельзя говорить «война». Такая подмена понятий. Сумасшедший дом. Это цитата из книги «Зов», которую написал Филатьев. В ней участник штурма Херсона резко критикует российское армейское командование. Называет вторжение в Украину бессмысленным и преступным. Рассказывает о мародерстве и нехватке обезболивающих в полевых лазаретах. Военнослужащий опубликовал книгу после выписки из госпиталя. Говорит, комиссоваться из армии законным путем ему не позволили. Командование поставило ультиматум – либо назад в Украину, либо статья. Контрактник выбрал второе. Его документы сейчас в прокуратуре. Целый месяц я, по сути, находился в бегах. Много чего произошло за это время. И, знаете, вот сейчас задумываюсь, вот мне 34 года. 34 года я, уже 34. 34 года я был патриотом прям своей страны. Россию люблю, всех людей русских люблю. Но Путин — это не Россия. Правительство наше сейчас — это не Россия. Путин пошел. Извиняться перед украинцами неуместно, говорит Филатьев. Мол, это не на ногу кому-то наступить. Павел намерен перевести свою книгу на разные языки. Говорит, все деньги, вырученные от продаж книги на английском, немецком, французском, пойдут в помощь украинским мирным жителям, пострадавшим от войны.